Физкульт, привет! С вами Сергей, и сегодня в этом видео. Итак, что ты ржешь? Как на нем вообще заниматься? Удобно ли здесь? Что за модель? Кому подойдет? Технические характеристики? Что здесь регулируется? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не забывайте. И кто досмотрит видео до конца, будет от меня отдельный бонус. У нас на обзоре топовая модель от компании HouseFit. Велотренажер, модель HB8268ELM, программируемый велотренажер. Сразу начнем с монитора. Вот такой синий дисплей, жидкокристаллический. Сразу при нажатии кнопки он загорается. Здесь вы сразу же можете задать пользователей. Вот, 4 штуки. То есть настройки под 4 человек можно сделать. Пол. Возраст. Вес. Вернее, рост вы настраиваете. И вес свой. Все легко настраивается. Кнопочка Enter, это выбираете функции, а вот этим вот джойстиком вы меняете, соответственно, больше либо меньше значение. И дальше вы переходите уже в основной режим ручной. То есть вот мануал, это ручной режим. Есть также программы, вот они изображены графически. Это до того, до старта вы выбираете программы. Итак. То есть вот вы перешли в ручной режим. Можете, кстати, настроить здесь тоже время тренировки. Вы можете настроить дистанцию, какую хотите пройти. И можно настроить количество калорий, которые собираете затратить. А, кстати, еще пульс можно выставлять. Предельное значение, допустим, там выставляете 120 ударов в минуту. И нажимаете кнопку старт. Все, теперь, видите, пошел обратный отсчет времени. Соответственно, калории и дистанция тоже будут идти в обратном направлении. Какая-то из функций, если подходит к нулю, он издает звуковой сигнал. То же самое касательно пульса. Если вы начинаете, то есть берете задачки, и у вас во время тренировки пульс покажет выше 120 ударов, у вас тоже, соответственно, будет звуковой сигнал. С настройками тут более-менее понятно. Чтобы увеличить нагрузку во время тренировки, вы опять же крутите этот джойстик. Видите? Нагрузка увеличивается. То же самое в обратную сторону крутите, против часовой стрелки, нагрузка уменьшается. То есть все легко и просто. Датчики пульса, как я уже сказал, здесь находятся. Вам нужно обязательно взяться двумя руками за датчики. Есть режим восстановления сердца после тренировки. То есть вы вот нажимаете стоп, нажимаете кнопку recovery. И идет минутный отсчет. В это время вы держитесь за датчики пульса, опять же таки. И у вас показывает, насколько ваше сердце хорошо восстанавливается после тренировки. Эта модель, я считаю, одна из лучших моделей в линейке HouseFit. И, ну, это опять же мое личное мнение. По каким параметрам я это определил? Сперва, давайте начнем с удобства. То есть здесь очень удобно вам выставить под себя все значения. Давайте покажу. Вот вы когда садитесь на тренажер, руль, вы можете его подрегулировать под любой угол. То есть вот здесь вот вы откручиваете и меняете угол наклона рулевой колонки. Регулировать нужно таким образом, чтобы вы во время тренировки сидели с максимально вертикальной спиной, ну то есть с ровной спиной, вертикальное положение корпуса. Вот я вращаю педали. Диаметр вращения здесь 38 сантиметров. Это, ну, нормальный стандартный диаметр вращения педалей, такой как на обычном велосипеде, к примеру. Кстати, длину педалей, как в отличие от Orbitrack, здесь можно изменять. Не знаю, зачем это вам нужно будет, но в целом такой лайфхак, если нужно будет вам изменить вдруг длину, диаметр, точнее, вращения педалей, вы вот этот шатун
Вот, вы его можете снять, то есть снимается крышка, съемником вы его выдавливаете и покупаете шатун. Они обычные шатуны с велосипедов, стандартных спортивных велосипедов подходят. То есть вы выбираете нужную вам длину его, ставите сюда, вкручиваете обратно педали и занимаетесь дальше. Таким образом вы можете менять диаметр вращения педалей. Но я этого делать не рекомендую. Потому что чем больше диаметр вращения, тем вам комфортнее, тем больше мышц у вас задействовано. Ну и в целом приятная довольно амплитуда. Конечно, сейчас легко. Немножко сейчас запустим. Мне вот немножко сейчас, вот как видите, низковато сиденье. Потому как колено у меня не разгибается. Соответственно, я могу еще отрегулировать высоту. Откручиваю вот здесь барашек, оттягиваете, вот смотрите, то есть вы чуть открутили, оттянули и выставили, раз, защелкнулось. После этого не забываем фиксировать. Вот, затянули. Пробуем опять. Вот, у меня уже практически колено в разогнутом состоянии, почти. Можно еще чуть выше сделать. Можно здесь изменять положение сидения относительно горизонтали. Откручивается вот здесь вот барашек, и вы двигаете ближе либо дальше. То есть опять же смотрите, чтобы у вас вы при занятии сидели как можно более ровно, то есть чтобы у вас спина была ровная, осанка была нужная. Вот, вот я сейчас сижу практически вертикально, видите, спина. То есть удобно, комфортно. Во время таких тренировок я, ну, думаю, что не устану даже через полчаса занятий. Сиденье. Теперь пройдемся по сиденью. Сиденье отлито из полиуретана. То есть это не кожзам, не поролон, это именно литье. Вот оно такой формы, широкое, удобное сиденье. По регулировкам я уже показал, горизонталь, вертикаль. То есть по удобству отрегулировать его довольно комфортно, можно под себя, под любой рост. Регулируется он довольно высоко, и можно сделать под рост, я думаю, до... Сейчас, к примеру, поставим на максимум, посмотрим. Вот максимальная высота. А ну-ка. Вот, залезть я залез. Но мне... Я уже внизу на носочках. Вот кручу педали. Вот у меня, видите, носочки уже. То есть мне это высоко. Мой рост 182 сантиметра. Был когда-то, поэтому до 185 точно подойдет. Я думаю, до 190 людям с ростом до 190 сантиметров тоже эта модель вполне подходит. По грузоподъемности он рассчитан на вес, максимальный вес человека 150 килограмм. Это, в принципе, я не сомневаюсь в этом, потому что вес самого тренажера приличный. Металл здесь очень толстый, толстостенный металл используется, и он легко выдержит человека весом 150 килограмм. Под монитором вот есть такие, видите, проушины. Можно их свести, можно расширить, сюда можно поставить либо телефон, либо какой-то небольшой планшет, либо даже ноутбук. Есть крепление под бутылочку для воды. Что, кстати, очень удобно, когда вы занимаетесь, а если вы занимаетесь полчаса, вам, естественно, захочется пить. Сюда вставили бутылку и крутите себе педали, не отрываясь от занятий. Есть транспортировочные ролики. Вот здесь вот снизу. То есть, чтобы его... Сейчас... Чтобы его перекатить, вот так вы его наклонили,
и можете легко катать вот его в квартире, в доме, где там будет стоять он у вас. То есть вы его можете спокойно перекатывать, особых усилий это никаких от вас не потребует. Крепление, хочу сказать, стойки вот этой основной к раме, корпусу. То есть обращаю внимание, потому что это слабое место во всех тренажерах, особенно в орбитреках. И велотренажер на такой большой вес, здесь очень все по уму сделано. Значит, смотрите, что здесь есть. Здесь вот есть один винт с этой стороны, один с лицевой. Два винта вот здесь по бокам. И самое интересное, что придает жесткости конструкции, вот эти вот сквозные два винта, они насквозь, там отверстие сквозное, и они стягивают эту раму. И по сути здесь не будет у вас никаких скрипов, скрежетов во время занятий. Это очень важно, вот этот узел. И здесь все сделано по уму. Ремешки, педали. Есть здесь такие антискользящие, как бы такие шарики, там насечки. Ну, это в основном на всех моделях. Но педали здесь широкие, удобные. И есть, естественно, туплекс, вот такой ремешочек, который регулируется тоже по объему, чтобы вам было комфортно. Питается он от сети. Адаптер. Вот есть, то есть подключение. Ну, это вот здесь на картинке сейчас будет показано. 220 вольт, то есть просто подключаете в любую розетку и занимаете себе без проблем. То есть эта модель подходит, еще раз подытожим, людям с весом до 150 кг. Минимальный вес вообще не имеет значения здесь, потому что минимальная нагрузка здесь, ну вообще как бы легко крутить на минимальной, хоть и маховик тяжелый здесь, 10 кг вес махового колеса. Но это влияет только на инерцию. То есть у вас плавный, хороший инертный ход. Ну, хорошая инерция. Нагрузки, я же говорю, под любого человека можно настроить свою степень нагрузки. Максимальный вес 150. Максимальный рост 190. Выше, наверное, уже будет некомфортно. Минимальный рост, который может сюда сесть и нормально крутить комфортно педали, это вот, в принципе, там человек с ростом до, ну там, 150-160 сантиметров может спокойно заниматься. Даже детям брали у нас эти модели в больницу, ну, реабилитация была детей. Брали такую модель для деток 8-9 и старше там возраст. Единственное, что детям неудобно вращать педали. Вот для детей как раз можно поставить короткие шатуны сюда. Вот в целом, наверное, все по этой модели. Если я чего-то упустил или интересует что-то, можете, конечно, писать в комментариях. Стараюсь на все отвечать. Если вас интересует эта модель, вы можете зайти к нам на сайт Muscle Shop. Кстати, в скором времени у нас открывается еще один сайт, тренажер.com, который тоже будет внизу по ссылке. Пишите в комментариях, какие видео на какую тему вам интересны. Будем тоже это учитывать. Касательно спорттоваров и тренажеров в частности. Мне эта тема интересна, близка. Поэтому пишите, спрашивайте, что осветить, как, видео на какую тему снять еще. Будем стараться под эти темы подстраиваться. Кто досмотрел видеоролик, я дополнительный бонус. Тоже внизу по ссылочке будет промокод со скидкой на любую из товарных позиций на нашем сайте. Если был полезен, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Дитюк. Да пребудет с вами сила!